Вы думаете, когда мы пришли в Израиль 3000 лет назад и вырезали мирное население, мир счел нас храбрецами? Умоляю вас. Они старались спастись. Что значит, они старались быть лучше нас? Они боялись, что мы убьем и их. Это единственная причина, почему они ушли. Может ли быть причина лучше? Я вам кое-что скажу. Многое, очень многое в Торе ведет к Синаю. Раввины спрашивают, почему эта гора названа Синай? Оттуда ненависть распространилась по всему миру. Когда евреи называют себя избранными, знаете, сколько людей в мире приходит в бешенство? Так что, перестать быть избранными? Я думаю, быть избранным — это здорово. Если какой-то нееврей хочет быть избранным, пусть присоединится к нам, становится евреем согласно традиции и станет таким же избранным, как и я.